Сургутяне будут меньше стоять в заторах. В самом крупном муниципалитете Югры планируют снова изменить режим работы светофоров. Чтобы разгрузить автомагистрали от пробок, на перенастройку регулировщиков уйдет 2-3 месяца. Об этом в ходе прямого эфира с губернатором округа Натальей Комаровой сообщил заместитель главы города Григорий Невоструев. Руководитель региона, в свою очередь, посоветовала чиновникам найти ответ. Городу приоритетнее создать более благоприятные условия для автолюбителей или развивать общественный транспорт. В техническом задании к нашему конкурсу, как раз для оператора, который вот по конкурсу отобрали по рекомендации Внешэкономбанка, ровно это сказали, чтобы один автобус, он может машин 30 сократить поток. Ну, грубо говоря, 30 человек перевезет и так далее. Именно уточнение технического Если мы захотим пересесть на ваш автобус. Да, в обратную связь, безусловно, здесь. Тем в мэрии обозначили и долгосрочную перспективу развития дорожно-транспортной сети. На участках, где чаще всего возникают пробки, планируют возвести развязки. По словам Григория Невоструева, пока оператору интеллектуальной транспортной системы дали рекомендации по перенастройке светофоров. Чаще всего сургутяне пеняют на заторы у пересечения Югорского тракта с Геологической улицей и Грибоедовской развязкой. Наша съемочная группа поговорила с автомобилистами на месте. Ну, если по городу взять, самое тяжелое, то вот это вот место, Югорский тракт, съезд. И все. Вот надо бы сделать вот эту развязку, и все. Тогда, может быть, уже и по городу может быть меньше пробок. Раньше ставили по 15, по 20, а сейчас по 3, по 4, вот так. Ну, я живу вот на ЖД. ЖД выезжаешь, сейчас в 8 часов пробок не стало. То есть, ну, вот в 8-9 часов веревка была... До ЖД поселка. Сейчас нормально разъезжаемся, отлично даже, я бы сказал. Какие там пробки? Ну, бывает, конечно, по час пик. А так, вот сейчас я прокатался и ничего не заметил.